Мешок антистресс 100 рублей. Спасибо, мне. Женщина, мы не испытываем стресса. Сейчас все испытывают. В этом городе своя романтика. Она особенная. Я хочу ей сделать предложение. Тоже особенное. Главное, неожиданное. Неожиданно. И чужие порядки. Я сюда приехал, думал, друзья мне покажут, как жить надо. А вы тут сами все по уши в статусе. «Москва, я терплю тебя» в этом месяце на ТВ-1000 «Русское кино».